Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой квадрат. Не знаю, можно его назвать бабушкиным квадратом или нет. Вяжется он по другому принципу. Но очень похож на бабушкин квадрат. Вязать его интересно, увлекательно. Для его вязания лучше брать нитки контрастного цвета, чтобы рисунок более явно проглядывался. Применять такой квадратик можно и для вязания предметов домашнего декора, покрывал, пледов, чехвы на табуретки, на стулья, прихватки, подушечки. Также можно, я думаю, вязать по этой схеме и одежду, какие-то, может быть, кофты на осень, на зиму теплые. Куда мы применяем бабушкин квадрат, также можно применить и такой вот квадратик. Схему его я сейчас прикреплю на экране, ознакомьтесь с ней. Ничего сложного в вязании квадратика нет. Нитку мы отрывать не будем. У меня вот так она проходит аккуратненько по изнаночной стороне. Я думаю, она не будет мешать, вот эта косичка, при использовании изделий. Ну, давайте приступим. Я возьму нитки двух цветов, это розовый и фиолетовый. Мне кажется, они хорошо сочетаются между собой. Так, серединку буду начинать фиолетовой ниточкой. Итак, делаем скользящую петлю. И в кольцо провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали 12 столбиков. Затягиваем колечко потуже. И делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. Соединили. Так, первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 4 воздушные петли. 2 накида. И в следующий столбик провязываем столбик с двумя накидами. Два накида, в следующий столбик провязываем столбик с двумя накидами, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и в следующий столбик делаем соединительную петлю. Снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, 2 накида. В следующий столбик вяжем столбик с двумя накидами. 2 накида. В следующий столбик провязываем столбик с двумя накидами. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующий столбик делаем соединительную петлю. Итак, два раза еще повторяем. 4 воздушные петли, 2 столбика с двумя накидами, 4 воздушные петли. Соединяем. И еще раз 4 воздушные.
2 столбика с двумя накидами. Четыре воздушные. И делаем соединительную петлю в первый столбик без накида. Соединили. Вот у нас получилось такие 4 лепесточка. Вытягиваем нитку. И вот в это кольцо просовываем моточек. Затягиваем. Все, второй ряд у нас готов. Нитку мы отрезать не будем. Берем нить другого цвета. Вот у нас выходит отсюда ниточка. Поднимаемся вверх по цепочке и присоединяем нитку к четвертой воздушной петле. Вот сюда. Присоединили. Набираем цепочку из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Это мы вяжем третий ряд уже. Накид, 2 накида. Следующие 2 столбика провязываем по столбику с 2 накидами. И второй столбик, следующий столбик. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И делаем соединительную петлю. Вот в первую воздушную петлю вот на этой цепочке. Так, ниточка у меня немножко рассаивается. Соединили. Снова 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И под вот эту цепочку из 4 воздушных провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик. 2 накида. И сюда же провязываем еще один столбик с 2 накидами. Провязали. Теперь делаем соединительную петлю в 4 воздушную петлю на этой цепочке, на 2 лепестке. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4, 2 накида. В следующие 2 столбика с 2 накидами провязываем по столбику с 2 накидами. Первый столбик, 2 накида, и второй столбик. Так, нитка цепляется. Снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее идет у нас цепочка из 4 воздушных петель. И в первую воздушную петельку делаем соединительный столбик. Четыре воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И под эту же цепочку, куда мы сейчас делали присоединение, провязываем 2 столбика с 2 накидами. Переходим к следующему лепестку и в 4 воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик. Снова 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 столбика идут у нас с 2 накидами. Следующие 2 столбика.
снова 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И присоединяем при помощи соединительного столбика в первую воздушную петлю на цепочке. 4 воздушные. Я думаю, принцип провязывания этого ряда понятен. Давайте обвяжем и этот лепесток и встретимся в конце ряда. Итак, провязали вот последнюю как бы клеточку, делаем соединительную петлю, куда мы присоединяли нитку, в эту же воздушную петлю на цепочке. Присоединили, также вытягиваем нить и в образовавшуюся петлю продеваем моточек. Все, затягиваем. Берем ниточку фиолетового цвета. Вставляем крючок вот на этом лепесточке в четвертую воздушную петлю. Вытягиваем ниточку. Сильно мы ее не натягиваем, чтобы у нас изделие не сжималось. И продолжаем вязать 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Мы с вами вяжем уже четвертый ряд. В следующий столбик вяжем столбик с двумя накидами. 2 накида. В следующий столбик провязываем столбик с двумя накидами. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Соединяем в первую воздушную петлю, следующую, при помощи соединительного столбика. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И под эти воздушные петли провязываем 2 столбика с двумя накидами. Принцип провязывания такой же, как и в предыдущем ряду. Так, теперь делаем соединительный столбик. Вот розовая ниточка у нас. 1, 2, 3 в четвертую воздушную петлю. Четыре воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И в эти 2 столбика, следующие, провязываем по столбику с двумя накидами. Тут невозможно ошибиться, тут все явно проглядывается, все ясно, понятно. Так. Провязали. Теперь соединяем в четвертую воздушную петлю соединительным столбиком. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Далее 2 столбика с двумя накидами. Еще немножечко с вами провяжем. Я думаю, принцип уже понятен. Четыре воздушные. 1, 2, 3, 4. И в первую воздушную петлю соединяем. Снова 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Под воздушные петли, под цепочку провязываем 2 столбика с двумя накидами. Первый, второй. Делаем соединительный столбик в четвертую воздушную петлю. 4 воздушные. В следующие 2 столбика провязываем по столбику с двумя накидами. Давайте еще пару клеточек вместе провяжем.
соединяем в четвертую воздушную. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 2 столбика с двумя накидами. Четыре воздушные. Соединяем в первую воздушную петлю. Так, надо за две стеночки прихватить. Вот так. Снова 4 воздушные. Разворачиваемся и вяжем 2 столбика под следующую цепочку. Давайте так провяжем до конца ряда и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали последнюю клеточку и соединяем в ту же петлю, откуда у нас выходит начальная цепочка из воздушных петель. Так, присоединили. Снова вытягиваем петлю подлиннее, чтобы моток наш пролез. Так, продели моточек в петлю и затягиваем. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. Также берем нитку розового цвета, вставляем крючок в четвертую воздушную петлю, сильно ее не натягиваем. Не стягиваем наше вязание. И продолжаем вязать 4 воздушные петли. Два столбика с двумя накидами. Сейчас на экране еще раз размещу схему этого квадрата. Можете сделать скрин экрана, чтобы она у вас была всегда перед глазами. Посмотрите, какой красивый квадратик у нас получается. Из таких квадратиков можно связать и детскую кофточку. Можно пришить как карманчик на платье, на сарафанчик какой-то летний или не летний. Ну тут уже какая пряжа, все зависит от фасона, размера крючка. От задумки. Ну давайте провяжем еще один ряд. И в следующем ряду рассмотрим, как такой квадратик закончить, чтобы соединять их между собой. Ну вот, довязали еще один ряд до конца. Так, вяжем по такому принципу квадрат до нужного размера. И сейчас давайте провяжем последний ряд. Так, розовую нитку мы закрываем в петлю. Также этот ряд я буду вязать контрастной нитью. Итак, также вставляем крючок в четвертую воздушную петлю. Воздушная петля подъема, это у нас начальный столбик без накида, накид, и в этот же столбик, в эту петлю, провязываем полустолбик с накидом. Вот. Закрыли все петли за один прием. Далее накид, и в следующий столбик с двумя накидами провязываем столбик с одним накидом. Две воздушные петли. 1, 2, накид. В следующий столбик вяжем столбик с накидом.
формируем уголок квадратика, накид. И теперь в следующую воздушную петлю, вот первая петля на цепочке, провязываем полустолбик с накидом. Три петли закрываем за один прием, полустолбик. Теперь в эту же петлю провязываем столбик без накида, закругляем как бы наш вот уголок. Так, теперь под арку вот из воздушных петель провязываем полустолбик с накидом, накид, теперь столбик с накидом под эту же арку. Делаем 2 накида и сюда же провязываем столбик с 2 накидами. У нас здесь все столбики разновеликие, но увеличения идут. Так, теперь идет цепочка из 4 воздушных петель. В 4-ю петлю провязываем столбик без накида. В следующий столбик вяжем полустолбик с накидом, накид. В следующий столбик вяжем столбик с накидом и столбик с 2 накидами в этот же столбик. Вот так. Закрываем наши треугольнички, как бы закрашиваем. Так, еще раз давайте в следующие вот. У нас здесь клеточка идет в 4-ю воздушную петлю, провязываем столбик без накида. В следующий столбик вяжем полустолбик с накидом. В следующий столбик провязываем 2 столбика. Первый это с одним накидом. И еще один столбик с 2 накидами. Так. В следующей клетке переходим и также провязываем столбик без накида. Далее идет полустолбик с накидом. И столбик с накидом. Следующий столбик. Два накида и сюда же провязываем столбик с 2 накидами. Такой уголок еще. Так, теперь столбик без накида в 4-ю петлю. И снова уголок у нас идет, как и с этой стороны. Сюда же, в эту, в 4-ю петлю провязываем полустолбик с накидом. Следующий столбик с 2 накидами провязываем столбик с накидом. Так. 2 воздушные, 1, 2, накид. В следующий столбик вяжем столбик с накидом. Накид и в первую воздушную петлю провязываем полустолбик с накидом и столбик без накида сюда же. Опять завернули. Давайте еще немножко вместе провяжем. Теперь под вот эту цепочку из воздушных петель провязываем полустолбик с накидом. Дальше идет столбик с одним накидом и столбик с 2 накидами под цепочку. Теперь столбик без накида в 4-ю воздушную петлю. Следующий столбик мы вяжем полустолбик с накидом.
Следующий столбик, и у нас провязывается два столбика. Первый, два столбика, первый с одним накидом и второй с двумя накидами. Вот так. Снова в четвертую петлю провязываем столбик без накида. Вот так вяжем по кругу. Встречаемся в конце ряда. Итак, мы довязали почти до конца наш кромочный ряд. Нам осталось сделать соединительную петлю в начальный вот столбик, в начальную воздушную петлю. Всю ниточку я отрежу. Вот такой красивый квадратик у нас с вами получается. Надо спрятать кончики ниток. Здесь вот из серединки выходит ниточка. И вот розовая, куда мы присоединяли, здесь тоже ее немножечко вплести. Косичка вот эта особо незаметна будет. Такой квадратик можно вязать и из ниток трех цветов, четырех. Ну, тут только не запутаться, чтобы нитки не переплетались между собой сильно, не путались. Но на крайний случай можно будет отрезать и присоединить заново. Так, новый цвет. Очень красивый квадратик. Нравится мне он своей необычностью. Если вам понравилось это видео и было полезным, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек и до новых встреч!